Сегодня велосипед у людей становится все более популярным видом передвижения. Быстро, мобильно, удобно. А еще это способствует укреплению здоровья. Прокладываются велодорожки, устанавливаются велопарковки, все на благо. Но не во благо хозяина действуют воришки. Так же, как удобно передвигаться на велосипеде, так же быстро его можно увести. Прямо из-под носа человека, который халатно отнесся к своему же двухколесному другу. Кстати, не совсем дешевому по цене. Проведенным прокуратурой города Бреста анализом причин и условий, способствующих совершению краж велосипедов, установлено, что условиями, способствующими совершению данного вида преступления, является прежде всего халатное отношение граждан к сохранности собственности своего имущества, а также оставление без присмотра велосипедов в подъездах жилых домах, а также свободный доступ в многоквартирные жилые помещения и подвальные помещения, где в большинстве случаев оставляют граждане без присмотра свое имущество. Некий брещанин, гражданин К, назовем его так, под покровом бесхозяйственности другого гражданина похитил у него горный велосипед. Не словили, а денег в кармане прибавилось. Неуемная жажда легкой наживы и беспечность людей просто заставили гражданина К еще раз позариться на чужое. Украл, получил деньги, но попался на этот раз. Стоит заметить, что велосипеды собственникам вернуть не удалось. Продавались они случайным лицам, поэтому сотрудники прокуратуры акцентируют внимание на соблюдение элементарных правил безопасности, которые позволят предупредить преступление. В качестве рекомендации советую: не оставляйте свои велосипеды в ночное и вечернее время у подъездов жилых домов и на лестничных площадках. Забирайте велосипеды домой по возможности, либо иное более надежное место, даже если у вас имеется запирающее устройство. Если вы оставляете свой велотранспорт ненадолго, обязательно пристегивайте его запирающим устройством с металлическим стержнем. Выполнение этих минимальных правил позволит сохранить ваше имущество и не дать вору совершить противозаконное деяние. И помните, наилучший способ воспрепятствовать преступлению – предупредить его.